Городской отдел по чрезвычайным ситуациям города Бреста – это надежная защита жителей и гостей города в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Специалисты подразделения работают круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на любые вызовы и обеспечить безопасность всех граждан. Всего отдел насчитывает порядка 200 человек личного состава, где каждый сотрудник отдела имеет опыт работы в чрезвычайных ситуациях, что делает их профессионалами своего дела. А для того, чтобы развивать и поддерживать навыки сотрудников, в отделе ежегодно проходят различные конкурсы и соревнования. Сегодня в Брестском городском отделе по чрезвычайным ситуациям проводится конкурс на лучшего работника Центра оперативного управления. Мы сегодня определяем лучшего диспетчера и оперативного дежурного. Конкурс, который сегодня проводится, позволяет определить лучших и, кроме этого, позволяет всем работникам позаниматься самосовершенствованием, поработать над собой и подтянуть свои знания и навыки в закрепленном ответственном участке работы. Всего в конкурсе приняло участие 6 человек – оперативные дежурные и диспетчеры из каждой смены. Весь конкурс был разделен на 7 этапов, на каждом из которых участники проявили свои знания, умения и стремились к победе, решая тестовые задания, проходя аудирование, тестирование и практические испытания. Всего у нас в конкурсе 7 испытаний. Это испытания, которые тренируют и показывают умение психологически работать с гражданином, который оказался в кризисной ситуации, показывает интеллектуальный уровень знаний и района выезда, и тактико-технических характеристик техники, а также определяет слаженность действий, быстроту действий и реакции на те или иные вызовы и угрозы. Несмотря на всю сложность испытаний, участники с легкостью справились с заданиями, и в конечном итоге были определены победители. В номинации «Лучший диспетчер Центра оперативного управления» первое место занял Егор Защук, а в номинации «Лучший оперативный дежурный Центра оперативного управления» Денис Конючко. Такие мероприятия не только стимулируют развитие профессионализма специалистов, но и повышают уровень готовности к экстренным ситуациям. Происходит совершенствование профессионального навыка, внимательности. Также ведется подготовка к данному конкурсу задолго до этого. Изучаются нормативные документы, также оттачиваются знания английского языка. В завершении хотелось бы отметить, что 25 июля отмечается важный профессиональный праздник – День пожарного. Этот день – символ благодарности за самоотверженность, мужество пожарных. Поэтому просим принять всех спасателей поздравления от начальника Брестского городского отделения по чрезвычайным ситуациям. Всех спасателей Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям я поздравляю с надвигающимся Днем пожарной службы. Желаю поменьше сложной и напряженной работы, побольше личного времени и, самое главное, живыми и здоровыми приходить на службу и такими же возвращаться в свои семьи, к родным и близким. С наступающим праздником, дорогие спасатели! Анастасия Панасюк, Эдуард Бакунович, Юрий Лементович, новости Бреста.